Друзья, здравствуйте, мы это Пасхаль Варий, писатель мистик из города Челябинска, который пишет книги, мистические книги про город Челябинск и публикует свои произведения под псевдонимом доктор НДН. Я шел по лесной тропинке, видите, я в лесу, как всегда, собирал грибы, ягоды, душицу и наткнулся на паутину. Сегодня прошел дождь, в такое время пауки не активны в основном, но этот удивительно сплел паутину и вот сейчас вот видите, да, находится в центре нее. Вот сейчас он пополз, видите, да? Я хочу сказать, что это уникальные создания, друзья мои. Пауки в основном плетут паутину ночью, когда нет хищников. Вот смотрите, он плетет даже нить. Я сейчас его немножечко перехочу. Ох ты! Он упал. Я хотел бы его бы... Вот он. Так, друзья мои. Ну, я продолжаю сейчас, пока я ищу. Значит, когда отсутствует... В основном хищные птицы, отсутствуют насекомые, которые это в основном осы, мухи, которые откладывают личинки в тело живых организмов. Вот смотрите, вот он, я взял. Обратите внимание, какой прекрасный экземпляр. Вот сейчас я его... Самое интересное, что, кстати, это, знаете, что это самка. Самка паука, крестоносца, потому что вот крест на спине, характерный знак, он отпугивает хищников. Получается, вот он сейчас, получается, зацепился. Так... Он пропал из виду, друзья мои. Но самое интересное, что сейчас пока будем искать, я хотел бы рассказать вам еще некоторые факты. Самое интересное, что молодые пауки, как только появляются, они уже начинают плести паутину, подобно взрослым паукам. Это вот, мы сейчас видели паука, это была взрослая особь самки, получается. Но я не вижу, к сожалению, жалко, он, наверное, затих где-то, да. Не получился репортаж, прекрасный был момент. Жалко. Ну, самое интересное, что хотел я продолжить еще, что вообще пауки, они плетут паутину ночью, да, и у них нет пищеварительного челюстей, они не способны пережевывать пищу, они свою жертву окутывают паутину, обязательное условие, окутывают паутину и непосредственно туда направляют в нее, впрыскивают фермент, пищеварительный сок свой, желудочный. И там эта пища переваривается, а потом просто-напросто, когда переваривается, они просто спокойно ее всасывают. Так жалко, такой хороший экземпляр был, не получилось. Ну ладно, друзья мои, Пасхаль Варий был с вами. Читайте книги доктора НДН, до следующих находок моих.